Всем привет! Сегодня 30 апреля, и на площади Сахарова сегодня проходит митинг против действий Роскомнадзора, против блокировок Телеграма. Поскольку подозреваю, что впереди будет очень шумно, я сейчас вкратце расскажу, о чем речь, почему сейчас здесь на митинг, что там за история с интернетом, что там блокируют. Итак, в двух словах, что такое Роскомнадзор. Это служба по надзору в сфере связи и информационных технологий. Упрощенно, работа происходит следующим образом. Суд Российской Федерации выносит постановление о блокировке какого-либо ресурса, после чего Роскомнадзор составляет список и рассылает его всем провайдерам по всей стране. После чего каждый провайдер должен на своей стороне сделать следующее. Перехватывать ваш запрос на какую-то определенную страницу, и если она находится в этом списке, подсовывать вместо нее свою страницу с информацией о том, что эта страница заблокирована. Вот это очередь. Такое работает, если речь идет о простых страницах через HTTP. Но если у нас зашифрованный протокол HTTPS, то дела обстоят уже намного сложнее. Провайдер не может выделить одну страницу, он может только перекрыть весь ресурс целиком. А это уже, по сути, нарушение предписания суда, поскольку суд постановил закрыть, например, только одну страницу с этого ресурса. И более того, это уже нарушение Конституции, поскольку это нарушение свободы слова, распространения информации. Разумеется, государственный орган такого позволять себе не может. Такое, например, случилось с одним из крупнейших сообществ иллюстраторов DeviantArt. Там на нескольких страницах появилась какая-то информация, которую суд предписал заблокировать. Но Роскомнадзор не смог составить такой список, чтобы в нем были только эти страницы, и предписывал провайдер блокировать весь ресурс целиком. Это был простой пример про интернет. А в современном мире сегодня сервера и адреса — это вещь не статичная. Если сайту, приложению или программе требуется, например, расширить свои мощности, оно может автоматически запустить новые сервера, которые создадутся по новым адресам. Да и в целом, сама архитектура серверной и адресной организации создана таким образом, чтобы на каждом этапе была возможность что-то изменить, что-то уточнить и поменять. Сами же разработчики пользуются крупными дата-центрами для расположения своих серверов. Из-за этого методы, которыми пользуется Роскомнадзор, совершенно не подходят, поскольку, ограничивая один ресурс, под одну гребенку попадают и соседи. Поэтому ограничить какой-то ресурс так, чтобы не разломать все вокруг, как слон в посудной лавке, буквально невозможно. Прошел, наконец. Надо заметить, что это очень высокое собрание. Здесь богатые люди, у каждого из них есть смартфон, все пользуются интернетом. Красиво, правда. Там остригал 20 метров, и все это замечательно. Дорогие владельцы телеграм-каналов, ютуб-каналов, блогеры, это ваша аудитория, это ее требования. Услышьте ее, пожалуйста. Но, друзья, один скромный автор телеграм-канала, блогер, сегодня пришел сюда и... Потом
автобусе два раза уже на почте ко мне подошли с бумажкой, с камерой и сказали: Алексей, ни в коем случае, ни при каких условиях не присылай на визит. Аккуратней. Я его не знаю. Я не знаю, что... Надо заметить, что тут кидаются самолетиками, и это очень опасно. Попадают мы в голову. Мы плавно приближаемся к концу. Все понятно. Спасибо, друзья. А сейчас, друзья мои, вновь в Центральном парке России Михаил Светов. Они отняли у нас свободу слова и СМИ, и снова мы забыли и простили. Поэтому я напоминаю, что мы сегодня вышли не просто за интернет. Мы сегодня вышли за гражданские свободы, от которых у нас осталось всего ничего. Куда сегодня бегут люди, когда у них возникает какая-то проблема? Они бегут в интернет, потому что их игнорируют власть. И интернет — это единственный способ привлечь внимание. Когда дети горели в Кемерово, а СМИ больше суток молчали, куда побежали люди сообщать о трагедии? Они побежали в интернет, и мы вышли за эту свободу. Куда побежали люди, когда у них, когда в Волоколамске детей начали травить удушливыми газами с помойки, которые владеют чиновники? Они побежали в интернет. Закончилось. Было интересно. Теперь немного о том, как Роскомнадзор блокировал Telegram. При блокировке отдельных сайтов не находилось достаточно людей, которых бы это возмущало. А вот при блокировке Telegram, а это один из самых популярных чат-сервисов, Роскомнадзор умудрился облажаться со всех сторон. Во-первых, обоснование, что через Telegram общались террористы, а значит, его надо запретить, не выдерживает никакой критики. Поскольку злоумышленникам совершенно не обязательно пользоваться Telegram или даже каким-то чат-сервисом, достаточно использовать другие любые каналы, например, компьютерные игры или видеоконференции. Происходящий объем информации просто не обработать. Но вот самим пользователям стало очевидно, что государство боится Telegram именно как инструмента массовой организации людей. Потому что в Telegram реализована такая форма общения, как канал, у которого может быть сотни тысяч подписчиков, и только один администратор может туда что-то публиковать. Это чрезвычайно оперативное и удобное и популярное средство оповещения. С другой стороны, Telegram технически реализован таким образом, чтобы автоматически избегать проблем с потерей связи и доставкой сообщений. И когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram, он в течение 2 недель умудрился заблокировать 20 миллионов адресов, что нарушило нормальную работоспособность многих сайтов и сервисов в интернете. И здесь уже появились проблемы не только у мелких сайтов и компаний, но и у крупных сервисов, таких как Google и Apple или Amazon, а это уже многомиллиардные потери и убытки во всей индустрии. Таким образом, Роскомнадзор доказал полную несостоятельность и возможность выполнения своих функций. Во-первых, потому что в его распоряжении нету инструментов для выполнения ограничений. Во-вторых, потому что показал себя не как инструмент регулирования сети, а как инструмент цензуры. И в-третьих, потому что проявил свое разрушающее действие на одну из важнейших индустрий для России. Дальше мы можем предполагать о нескольких сценариях развития событий. Первый. В юридической науке есть такое понятие, как невозможность исполнения, когда орган, отвечающий за исполнение судебных предписаний, не может по каким-то причинам выполнить эти предписания. То есть Роскомнадзор мог бы сам остановиться. Второй вариант, если бы на Роскомнадзор подал в суд кто-то из крупных игроков, пострадавших от его действий, чтобы у Роскомнадзора появилось свое предписание прекратить собственные действия. И третий сценарий, что ничего не поменяется. Поскольку Роскомнадзор не собирается останавливаться, суд не собирается ему ничего запрещать, а сам он действительно является инструментом для цензуры и ограничений. Но в этом случае слабым звеном являются провайдеры,
которые будут вынуждены и в дальнейшем исполнять предписания Роскомнадзора. Очевидно, что со временем исполнять такое будет все сложнее и вызовет в среде провайдеров то, что называется итальянскую забастовку. А четвертый сценарий я озвучивать не буду, потому что шмотому что. Интернет – это одна из малочисленных областей, в которых Россия еще может действительно конкурировать на уровне с другими странами. И хотя разрушается она без ощутимой боли, вы не почувствуете и не увидите, что кто-то страдает или умирает от этого. Потому что одни не смогут сообщить, а другие не смогут узнать. Но именно за современными технологиями будущее и качество нашей жизни уже сейчас. Спасибо за внимание, с вами был Владимир Соловьев, дизайнер-иллюстратор из студии «Дизайн. Разумный подход». Заходите ко мне на сайт vovkasolovyev.ru, ставьте лайк и распространяйте видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети. Всем добра и справедливости, до скорых встреч!